trabajan. Седьмой раз уже не катит, да? Всем там еще перейти, перейти. Уазик этот не едет по горам нормально. Вот, прям по курсу, чуть левее вот этого поворота. Вот еще левее где-то. Вот, вот там вот примерно, да. Ау. Я думал, звук пропал. Никотс на ДВ? На ДВ. Будем по ЗУшке работать с тобой? Северную уже отработали. Принял. Так, я на азимуте, 3 км. Корректируем, трассерами, наводим, стреляем. После этого, вот видишь, гурдура, дальше будет зеленка. Ближе, зеленка, зеленка, ближе. Принято, сейчас попробуем. Вот, видишь, началась плотная зеленка в низине. Дальше дома, ты работай по домам. По домам, понял, по домам. Вот, да, да, все правильно, выбор плюс, мучите. Повторишь? Все, уходим. Гром гобля смерти. Тут сейчас. Да, целое отделение противника, вертолет сейчас поработал по ним, в принципе, о половине хорошо. И движутся вдоль дороги на юго-восток. Там в камнях один с РПГ сидит, попробовал на панам стулку, на пух, все. Так отработали нормально? А, уже не сможем корректировать, что я буду зависеть. Мы всю зеленку тут отработали, так что да, тут Крым. Дом обрушили. Ну, вроде чистая, бойца посылал проверить. А, это же танк туда работает. Сейчас над нами трассеры пролетали, скорее всего, по нам сейчас ЧП оставляло. Так, шахты. Лангар живы, все нормально. Открытие, не прикрытие, наверное. И если кого видите, давайте встали. А, пиздник на дальнем стене. И дальше по домам. Вот дальше на повороте также дома. Прямо по курсу, прямо по курсу. Первую вертушку на ДВ. На ДВ.
А вы ветки на крыль закрыли? Только что. Я понял. А мы никуда не идем. Понял. Вертушка, вертушка, он прям на крышу летает. Да-да-да. Хорошо зашли. Их, запрашиваю. Еще раз. Бедный Талиб, да хватит ему уже. Вот ровно прямо, ровно прямо. Вот скорее всего северный камень. Скорее всего, да. Ребята, срочная отработка через обман. Что там тут в лобаде? Еще раз по домам пройди. Их, да? Сейчас на перезабат. Чтобы 24-ка отработали перезабат. Давай на азимусе, работай по домам. Блин. Работай по всему, что видишь. Блин, у вас уже страшно. Что по авангарду, так медицинская бэха подъехала. Вроде чисто. Авангарды на медицинской отправляли своего, чтобы он агрессировал танк, там должен видеть свет. Вот, не могу ничего сделать, потому что они все по домам метнутся. Мы убиваем по одному, когда они только стреляют. Мы вот троих на секунду, пока эта машина поехала. Еще раз сообщение, вертушка. Расмагра, сапи. Вы на связи? На связи с патроном. Да. В общем, сразу вас транспорт нет. Что за заказывает? Отлично, попадение тут отлично. Крем, сколько ты? Кем все делаешь? Вы там все делаете. Проделим дорогу, где попытаемся. Можно устроить колонку в ГТР. Хорошо. У нас что-то рвануло прямо по курсу 194. 93. Зеленый поставили метку хотя бы. У нас танк рванул, танк взорвали. Прямо по курсу. Или БМП, короче, что-то взорвали. Видишь, стоит. Ищи пехоту рядом. Слева наш танк. Это противник, противник Талиб, видел? Сусаня. Южнее Росла наблюдаем противника в районе. В районе заправки. Приняли прям. Тут, там? Да. В районе заправки конкретнее. Сейчас метка будет.
Оператор, а ты где? Он на ДВ у тебя где-то. Позор. Брокер на ДВ. Клик с кифом на ДВ, на КВ и пройдись к ним. Метку поставили. Метка стоит, он так как будто что-то закладывает. Приняли, МИ-24 первый, заходим. Метки бегут туда. Красиво еще получится, мы параллельно идем как раз и как я и хотел. Ориентир, ориентир, заправка. Что-то ставить, да. Заправки шарахну. Где он точно в заправке в этой? Южнее заправки, о! Не сдаем. Не попали, не попали. Во-во-во, отлично, отлично. Вроде поразили. Нашел еще одну мину до этой. Поразили. Еще одну мину до этой. До, блядь, заправки этой. Что, вертушки прикрывайте. Начали бежать. Приняли. У меня 21-80 миллиметровый и 3-57. В принципе, как, должно быть. Как хватить. Это красиво. Четверка висит, давай. Блин, мне бы в нее не впилиться, потому что я не вижу, где он. Это сейф, короче, здорово. Да, ведем. Ведем, ведем тебя. Что просто? Всем остальным, давайте возьмем. Я за колонны и ТЛК, мне крыло кнопку. Я смотрю далеко вперед, Анкос. Давай мы то спереди полетим, а не сзади. Понял. Так, Ми-24 Дерта чуть спереди полетит. Я тебя поставил. Слышите, можете работать наперед, перед нами метров 300. У нас БК не хватит работать перед вами. Понял, понял. Так, вроде от мины я зачистил, три мины снял по дороге, до последнего. Парни, кто свободен, все на главную дорогу, там, ищите мины, там, просто мясо устраивались, уже все, приятно все. А он, смотри, Урал стоит один сожженный. На обочине прямо. Под нами уже почти. Да ты как? Смотри, там колонна под нами еще не проехала, просто я медленно довольно лечу. Нет, нет, нет. Стреляет по грузовику где-то из Росмана справа. Где, блядь? Грузовик проехал? Росман, да. Да, пока движется. Короче, по завику. Всё, ебать. По завику всё. Пизда. Всё. Посмотри, кого мы там убили. Окей. Здесь один фугас. Вдоль дороги, короче, проебашите всё нарами.